Орлица знала, что ты придешь, самурай. Ты отведал ее священного снадобья. Этого дара достойны лишь будущие шаманы, великие воины и правители. Она хочет сделать меня своим шаманом? Превращение уже началось. Прими этот дар, станешь ее шаманом. Воспари в вечном глубоком небе. Иначе я сломлю тебя во имя Орлицы. Это не дар, это проклятие. И я тебя сейчас завалю, короче. Так, бой с каким-то чуваком. Так, у него щит, хорошо. Драка с боссом. Кстати говоря, здесь не так уж и много боссов. Только был этот чернорукий. Как он там? Руки чернорукий. Не помню, как его зовут точно. Вот, и вот вторая драка всего лишь с боссом в этом DLC. Хорошо, посмотрим, кто кого. Я или он меня. Ой-ой-ой. Ого. Отлично. О, а он, смотри-ка, меняет сразу. Жаль, твой удар пропадет, да? Ага, меч, мечи. О, поплыл, поплыл. Как он быстро меняет все. Заколебал. Хунбиш, ну давай, давай, Хунбиш, давай, давай, давай. Ты бы мог служить Орлице. А еще? Есть. Ну, такой бой. Слабенький, он слабенький. Ты впустую тратишь дар Орлицы, а ты впустую тратишь воздух. Есть, все. С первой же попытки ему хана. Трус, убейте всех. Я его, я за ним. Ах ты сволочь, куда он побежал? Стой! Ты впустую тратишь свой дар. Где он, тварь? Скоро видения станут ярче, они сведут тебя с ума и убьют. Зря ты не принял дар Орлицы с благодарностью. Ох, бедные монголы. Теперь вы поняли, кто я. Я есть Цин Сакай, призрак Цусимы. Ха-ха.